Всем привет! Сегодня разберем песню группы «Воскресенье». Я ни разу за морем не был, в тональности ля мажор, родная тональность. Сыграем вступление, куплет и все подробно будем разбирать. Также все подробно у меня будет написано на сайте самоучканагитаре.ру. Смотрите там. Итак, приступим. Я ни разу за морем не был, сердце тешит привычная мысль. Там такое же синее небо и такая же сложная жизнь. Может, там веселей и богаче, ярче краски и лето теплей. Только так же от боли там плачут, так же в муках рожают детей. Для начала разберем аккорды. Первый аккорд ля мажор. Берем так. Вторая, третья, четвертая струна на втором ладочке. Следующий аккорд ля сус 2. Убираем мизинчик и прижаты у нас только две струны на втором ладу. Третья и четвертая. Следующий аккорд ре мажор. Берем так. Первая, третья на втором. Вторая на третьем. Также у нас аккорд ре-мажор будет в другой позиции. Барре пятый лад, вторая, третья, четвертая на седьмом ладу. Аккорд ре. Будет аккорд ре-сус-2. Берем третья струна на втором ладочке и вторая на третьем. Первая открытая. Есть. Дальше аккорд соль-мажор. Первая струна третий, шестая третий лад, пятая второй. Следующий аккорд фа диез минор. Барре второй лад, четвертая пятая на четвертом ладочке. Следующий до минор диез. Барре четвертый лад, вторая на пятом, третья четвертая на шестом ладочке. Дальше аккорд ми сус 2. Берем барре на седьмом ладу и третью и четвертую струну прижимаем на девятом. Понятно. Давайте сразу разберем бой. Играем так. Играем вниз, потом вверх-вниз и снова вниз. Два удара вниз. Понятно с боем. Дальше разберем вступление. Играем аккорд ля мажор. Бой играем. Дальше. Вторая струна играет третий и второй лад. Можем играть по всем струнам. Дальше ля сус 2. И играется третья струна. Второй, первый лад.
и выходим на ре мажор. Еще раз. Ре мажор берем с ноткой фа диез, четвертая струна на четвертом ладу. Это сольная нота. Получается так вот у нас. Вот так. Еще раз сначала. И перед выходом на ля мажор играем две нотки, вторую струну, третий лад. Понятно. Второй раз мы играем. То же самое. Вот такие ноты у нас идут. Вот сыграли первую нотку на ре мажор, пришли на ре мажор, взяли нотку фа диез. Дальше. В аккорде держатся, остаются у нас два пальца. Только играет у нас третья струна, меняется. Первый лад, второй лад и четвертый лад. Еще раз. Вот в этом месте стараемся играть по трем нижним струнам, бас не цеплять, потому что он будет забивать нам наши сольные нотки. И снова играем эти нотки две. И еще один раз там будет играться. Вот мы сыграли. То есть два раза играем то же самое. И третий раз играем то же самое и выходим на ре сус-2. Еще раз смотрим. И выходим на куплет. Понятно. Ну вот, в принципе, и вся песня. Пробуйте, у вас обязательно получится. Главное — терпение и желание. Всем спасибо. Пока.